Из уроков истории мы знаем о многих великих завоевателях, и некоторые из них могут похвастаться довольно впечатляющими фактами о своем происхождении. Например, Александр Македонский был сыном царя, а Юлий Цезарь был потомком аристократического рода, который произошел от древнеримской богини. Великие завоеватели обычно не рождаются в самых заурядных семьях, живущих на обнищавших островах. Но по иронии судьбы, как раз здесь и начинается наша история. В начале 18 века остров Корсика был частью Генуэзийской республики. Но однажды Корсика заявила: «Эй, мы тут решили объявить независимость, но не стоит тратить свое время на попытки нас остановить». И Генуя ответила: «И правда, не будем тратить на вас время. Эй, Франция, у нас тут остров продается, возьмете?» И Франция сказала: «Что за вопрос, давайте». И таким образом Корсика стала французской территорией, что всего один год спустя позволило Наполеону родиться гражданином Франции. Большинство корсиканцев не оценили прелести быть завоеванными, и Наполеон с раннего детства впитал в себя антифранцузские настроения. Однако отец Наполеон на ходу переобулся в ярого приверженца новых владык своей родины, и это не могло не породить возникновение противоречий. «Эй, посмотрите-ка на меня, я папаша, я ношу напудренные парики и с серебряными пряжками. Ах да, еще и предатель народа Корсики. Марш в свою комнату, Наполеон! Нет, сам марш в свою комнату! Отец!» Окей. С другой стороны, Наполеон обожал свою мать, которая явно была сторонником строгой дисциплины в семье. И несмотря на то, что она иногда довольно жестоко наказывала Наполеона, он уважал такой подход. Родители Наполеона всегда мечтали о самой лучшей доле для своей семьи, и поскольку они даже принадлежали к мелкому дворянству, они смогли отправить своего сына на учебу в город сияющих огней и сточных канав, кишащих крысами. Наполеон поступил в военную школу во Франции. Окей, Наполеон, расскажи своим новым одноклассникам о себе. «Ну что ж, меня зовут Наполеон, и я вас всех ненавижу. Ваш пердеж воняет сыром, вы не умеете произносить букву «Р». Вы все время бастуете и называете яйца йовс, как кучка тупых безмозглых козьих какашек». Окей, спасибо, Наполеон, надеюсь, тебе понравится издевательство одноклассников. И над ним правда стали издеваться, его дразнили за корсиканский акцент небогатых родственников, а его вспыльчивый характер и желание искать новые поводы для ссор тоже не сильно помогали наладить отношения. Однако он умел сдерживаться и даже иногда раздавал свои бутерброды с рататуем на завтрак. Большую часть своего времени он проводил в одиночестве, читая книги. Он обожал истории о великих завоевателях, изменивших историю. Когда Наполеон узнал о Юлии Цезаре, он подумал, а назовет ли кто-то в будущем салат или хотя бы пиццу в его честь? Он показывал блестящие успехи в изучении математики и географии и, закончив школу в возрасте 16 лет, начал свою военную карьеру в чине младшего лейтенанта артиллерии. Если для такого диванного овоща, как ты, эта должность звучит довольно круто, то у Наполеона было иное мнение на этот счет. Он был полон тем, что называется, амбиций, и он не был счастлив в ранге какого-то младшего офицера полка. Он хотел получить более высокий чин. Но, к сожалению, осуществить это было слегка затруднительно. Что ж, Наполеон, я ознакомился с твоей заявкой и вижу, что ты довольно способный малый. Ты идеальная кандидатура для этой должности. А ты, Семен, самый грандиозный олух из всех, кого я когда-либо видел. Согласно этому тесту, твои умственные способности где-то на уровне дряхлого дождевого червя. А еще в той части теста, где нужно указать опыт, ты нарисовал, как крыса рожает ботинок. Однако твой отец маркиз де Лафайет, поэтому именно ты получаешь эту работу. Французское высшее общество было довольно закрытым для простых людей. Должности распределяли в зависимости от знатности рода, а не таланта. И молодой Наполеон явно чувствовал себя в тупике. Разве не было бы здорово, если бы, например, случилась какая-нибудь революция и изменила этот порядок вещей? Ну какие могут быть шансы на такой поворот событий? Французская революция уже здесь. Бастилию взяли, головы поотрубали, короля прогнали. Революция должна была кардинально изменить старую модель иерархии общества и сделать всех чуть более равными. Наполеон, возможно, и не сильно интересовался беспорядками, но если это давало ему шанс получить более высокий чин, он был готов присоединиться. Он начал борьбу на стороне революционеров. Наполеон сумел подавить контрреволюционное восстание в Тулоне, спонсируемое англичанами, и получил повышение. Он подавил бунт роялистов в Париже и снова получил повышение. По мере роста его воинской доблести он был достоин чести командовать своей собственной армией. Это был ошеломляющий прогресс для столь молодого человека без знатной родословной. И все сокровенные мечты Наполеона стали сбываться. В то же время Наполеон полагал, что он сможет повысить свое положение в обществе, женившись на богатой и старой даме. И примерно в тот же период он начал поиски супруги. Но если мы поверим тому, что рассказывали о нем люди, он был еще тем подонком. Говорят, он совсем не имел успеха у женщин, и большинство дам не желали иметь с ним ничего общего. К счастью для него, он встретил Джозефину, стареющую мать-одиночку, погрявшую в долгах и отчаянно нуждавшуюся хоть в какой-то стабильности в жизни. И она согласилась выйти за него замуж, несмотря на то, что он казался ей отвратительным. «Наполеон, ты сделал это, пес похотливый!» Однако Наполеон даже не ведал, что у его супруги Джозефины была довольно сомнительная репутация. «Слышь, Наполеон, я тут узнал, что ты женишься на Джозефине. Чувак, как она? Отпадно целуется, а?» «Ага, отпадно. Эй, подожди, что ты имеешь в виду?» «Хьюго, друг, Наполеон женился на Джозефине. Вау, крутяк, она так отпадно целуется. Так, я что-то не понял. Эй, народ, Наполеон женится на Джозефине!» «Черт возьми, хоть кто-нибудь из присутствующих здесь не целовался с моей женой?» «Ага, ты!» И пока Наполеон был безумно влюблен в свою жену, она положила глаз на мужчину по имени Ипполит.
Однако вскоре Наполеон был вынужден покинуть дом и отправиться на войну, ведь пока Франция была занята своей революцией, напряжение по всей Европе возрастало. И таким образом Франция оказалась втянута в войну практически с каждой европейской страной. Началась война первой коалиции. Сначала Франции пришлось отбиваться, но после ситуация развернулась в ее пользу. Во многих завоеванных государствах французы установили дочерние республики, используя их революционные идеи по всей Европе. В 1796 году они задумали трехстороннюю атаку на Вену, чтобы заставить Австрию выйти из войны. Планировалась блестящая операция с участием двух армий на севере страны для того, чтобы надрать за сопернику, и Наполеоном на юге для отвлечения внимания. Это был первый раз, когда Наполеон должен был руководить военной кампанией. Это был его шанс доказать, что он чего-то стоит, быть кем-то значимым и показать, какой из него может быть генерал. Солдаты его армии, однако, были деморализованы, страдали от нехватки орудий и мизерной оплаты. Наполеон сумел стимулировать их благодаря вдохновляющим речам и повел на Италию. Противник численно превосходил его армию, и хотя его кампания должна была послужить для отвода глаз, он превратил ее в главное зрелище. И пока обе армии на севере получили серьезный отпор, Наполеон и его солдаты совершили ошеломляющий прогресс. В своей уникальной манере Наполеон сумел разделить армию противника на две части и подавить каждую из них отдельно. И таким образом, взяв верх над Сардинией, он заставил австрияков отступать. Во время знаменитого сражения под Лоди он непосредственно участвовал в боях, направляя пушки на цель, покрывая грязью и завоевывая огромное уважение своих солдат. Они настолько уважали своего генерала, что без раздумий бросились в бой за единственный мост в городе по его приказу. Несмотря на яростное сопротивление австрийской армии, им удалось захватить мост. Эта кампания стала для Наполеона тем самым подтверждением, что он и правда сам великий человек, который когда-либо жил на планете. Вау, Наполеон, ты и правда крут в этих военных штучках, только смотри, чтобы голова не распухла. Что ты там сказал, придурок? По мере того, как Наполеон двигался дальше через Италию, местные жители приветствовали его везде, где он появлялся. Да, я явился сюда, чтобы освободить вас от жестоких австрийских захватчиков. И заменить их на французских. На своем пути Наполеон грабил города, направляя захваченные трофеи во Францию, чтобы помочь экономике возродиться. Но сначала он платил своим солдатам, которые не видели денег уже несколько лет. Папа Римский выступал на стороне Австрии, поэтому Наполеон сделал небольшой крюк, чтобы преподать ему урок. По мере приближения его армии к Вене, австрийцы уже были настолько истощены боями, что были вынуждены заключить мир. Наполеон лично присутствовал на переговорах. В конце концов, он только что единолично нанес Австрии поражение. Кстати, ему в этот момент было всего лишь 28 лет. Может, и тебе пора съехать от родителей? Те итальянские территории, которые были захвачены Наполеоном, были во французские дочерние республики, для которых он самостоятельно написал конституцию и учредил правительство. Конечно, не каждый генерал занимается подобными вещами. Когда он вернулся во Францию, он был встречен как национальный герой. И правительство страны, которое в тот момент было непопулярно среди населения, начало опасаться, что у Наполеона может проснуться аппетит к власти. Поэтому они отправили его куда подальше, в Египет, где он мог бы ослабить британское влияние в Индии. Наполеон жаждал получить еще больше славы. Именно поэтому с ним в Египет прибыла группа ученых. Страна впечатлила его. Ого, стрёмный человек-кошка. Ого, огромная палка. Ого, уродливая лошадь. Ого, коротышка какой-то. Эй, вообще-то я среднего роста для этой эпохи. А после явился британский адмирал Нельсон и разбил флот Наполеона. После он получил поражение при осаде Акры, где совместные силы Османской империи и Британии дали его армии отпор. Поэтому Наполеон оставил своих солдат и вернулся во Францию. Его египетский подход не был столь успешным, как он планировал. Но вам стоит знать одну интересную вещь о Наполеоне. Он был довольно искусным оратором. Он издавал газеты, где иногда преувеличивал свои достижения и заказывал портреты, на которых он обычно выглядел круто. Поэтому, когда он вернулся во Францию, его снова встречали как героя. И у него стал просыпаться аппетит к власти. Но сначала ему нужно было разобраться с одной небольшой проблемкой. Дело в том, что он узнал кое-что довольно шокирующее о своей супруге. Разобравшись со своей женой, Наполеон договорился о встрече с одним влиятельным политиком, у которого была одна интересная идея. Он хотел устроить заговор против непопулярного правительства и нуждался в помощи популярного Наполеона. И Наполеон подумал, что это и правда отличная идея. План был таков: загнать правительство в ловушку и заставить их отказаться от власти добровольно. И вот как это произошло. Эй, парни, скорее, якобинцы придумали опасный план, как свергнуть вас. Кстати, это совсем не то, чем мы сейчас занимаемся. Прячьтесь в этой клетке, и мы сможем защитить вас. Окей. Господа, они в нашей власти. На самом деле это была не клетка, а дворец в пригороде Парижа, где не было никого, кроме Наполеона и его армии. Когда правительство оказалось внутри, Наполеон ворвался во дворец. За этим последовал весьма хаотичный момент, когда правительство не понимало, что происходит. Люди Наполеона, казалось, не особо понимали, что происходит. Да и сам Наполеон не совсем был уверен, что происходит. Но, к счастью, брат Наполеона Люсьен, который был председателем Совета 500, смог установить порядок. И оставшиеся члены правительства были вынуждены создать проект новой конституции. Так и было сформировано новое правительство. На этот раз оно состояло из трех консулов.
Но после того, как Наполеон внес изменения в Конституцию, на деле оказалось, что на деле власть будет сосредоточена в руках только одного человека, первого консула, то есть его. В течение следующих лет он работал над тем, чтобы получить еще больше власти и постепенно превратился в диктатора, захватившего полный контроль над Францией. Ой, ему, кстати, было всего 30. Может, и тебе пора хотя бы заняться стиркой на днях? Франция в этот период была под управлением, возможно, одного из самых величайших военных лидеров всех времен. Возможно, или все-таки точно? Что же настало его возможность доказать это? В то время как Наполеон все еще был в Египте, притворяясь Индианой Джонсом. Вернемся назад, Франция была во Франции, притворяясь Францией. Страна сумела захватить еще больше территорий, и вот как это было. Эй, Пьемонт, вот тебе революционное настроение. Привет, Швейцария, держи революционное настроение. И Рим, вот тебе тоже революционное настроение. Все получают революционные... О, привет, парни! Классные кувалды! И Неаполь, какой крутой у тебя пистолет для гвоздей. Кстати, вам нужны революционные... Твою мать! Пока Франция распространяла революционные идеи, а Наполеон был в Египте, в Европе решили, что настало время для второго раунда, и война второй коалиции началась. В этот раз в нее вступил большой задира по имени Россия, который решил отправить несколько французских ребят назад в Бордо. И бум! Это он и сделал. Францию разнесли. Но после того, как Россия покинула Швейцарию, Неаполь стал правителем Франции. Он был готов сам разносить своих оппонентов. Наполеон возглавил военные силы резерва и вернулся к своей битве против австрийцев. Кстати, у Наполеона было весьма много особенностей, которые сделали его выдающимся военным лидером. Я уже отмечал одну из них. Он был своим парнем среди всех солдат, которые были при этом верны ему при любых обстоятельствах. Второе качество – умение застать врасплох. В 1800 году Наполеон отправился в Женеву, и казалось, что он собирается напасть на австрийскую армию в Германии. Он же не мог быть настолько сумасшедшим, чтобы провести всю свою армию через Южную Альпы и неожиданно напасть на осаждающих ту территорию австрийцев в Генуе. Ого, смотрите, Наполеон ведет всю свою армию через Альпы, чтобы неожиданно напасть на австрийцев, осаждающих Геную. Сам факт того, что Наполеон перешел Альпы, уникален. И вы наверняка видели эту знаменитую картину, где генерал делает трюки на своем великолепном жеребце в окружении опасных обрывов. Но в реальности он пересек горы на грустном ослике. Но разве это выглядит круто в глазах других? Когда он объявился в Италии, австрийцы ожидали, что он сразу же перейдет в наступление. Но вместо этого Наполеон отправился к линии снабжения, вынуждая австрийских солдат встретиться с ним лицом к лицу. Это была знаменитая битва при Маренго. Сначала Австрия сумела размазать французов, превосходя их количеством. Они уже начали радоваться, но пару часов спустя Наполеон явился снова, ведя с собой огромную армию, которая размазала наивных австрийцев. Черт возьми, этот французский коротышка заткнул нас всех за пояс. Эй, сказал же, у меня средний рост для этого времени, идиот! После того, как генерал Моро сумел одержать победу при Хейлиндене, Вена снова оказалась без защиты, и австрийцы в очередной раз запросили мир. И как в войне первой коалиции, война второй коалиции завершилась победой Франции. Но, конечно, это были по большей части победы Наполеона. Лишь Великобритания теперь воевала с Наполеоном, используя свой мощный флот для того, чтобы заблокировать все французские порты и даже перехватывать их грузы с нейтральных судов. Понятное дело, что все остальные страны были недовольны тем, что британцы вмешиваются в их торговые дела. В качестве ответной меры они сформировали лигу, которая объявила стране торговое эмбарго. Страны, которые соблюдают нейтралитет, защищают свои интересы? Это возмутительно! Поэтому Британия отправилась в Копенгаген и взорвала там парочку кораблей, и лиге пришлось расформироваться. Но поскольку британская экономика была в ужасном упадке, в 1802 году они подписали договор с Францией, и впервые за долгое время Европа жила в мире и согласии. Мои поздравления, сэр, вы добились мира. Да, Пьер, но это ненадолго. Я все еще не доверяю этим мерзким британцам. Слышал, как они меня называют? Бонни Мэн. Что это вообще значит? Пригляди-ка за ними, а? Но я не могу, сэр. Это еще почему? Потому что они используют VPN. Итак, переход через Альпы, победа над австрийцами и мирная Европа. Это был астрономический взлет для молодого корсиканца. Он только что встал во главе государства, которое было на грани поражения в войне, и изменил положение коренным образом, увеличивая французское влияние в Европе. Хотя оставался еще один момент. Видите ли, во времена хаоса французской революции правительство пыталось хоть как-то удержать экономику на плаву. Зачастую у него не было никакой поддержки, поэтому оно весьма часто сменялось. Но мог ли Наполеон стать тем человеком, который сможет удержать власть? Военные победы — это одно дело, но вот может ли генерал еще и править? Так, дальше спойлер. Да, может. Экономика рушится? Так давайте сделаем новый национальный банк, проведем денежную реформу, изменим налоговую систему и систему социального обеспечения. Законодательная система в полном хаосе, так что мешает нам взять все эти законы и соединить их воедино в юридический кодекс? Коррупционеры в правительстве? На помойку таких чиновников. Плохая инфраструктура? На помойку ее тоже. Права женщин? Несите на помойку. Так, стоп, серьезно? Но если честно, то да, хотя Наполеон пытался построить равенство во времена революции, помимо этого он также уменьшил права некоторых социальных групп. И по закону мужья получили полный контроль над своими женами.
Но постойте, дамы, дайте мужчинам хоть разок насладиться кусочком пирога, а? Также Наполеон провел образовательную реформу. Теперь все строилось на способностях самого человека. Это означало, что Симеон должен был состязаться со всеми на равных. Таким образом, Наполеон мог отбирать лучших из лучших, чтобы они помогали ему в управлении республикой. Но он не гнался только за революционными идеями. Революция привела страну к хаосу, Наполеон необходим была стабильность. Поэтому Наполеон оставил пару вещей на прежнем уровне. В первую очередь, религию. Революция фактически свела на нет влияние католической церкви. Но Наполеон понял, что раз многие французы до сих пор считают себя католиками, это может стать проблемой. Поэтому он заключил соглашение с Папой Римским и вернул церкви влияние. Однако на этот раз оно было довольно сильно ограничено. Он также обеспечил свободу вероисповедания и был известен своим положительным отношением к евреям во времена растущего антисемитизма. И хотя все это делает Наполеон таким белым пушистым чуваком, стоит отметить, что, например, он верил в свободу вероисповедания, потому что считал, что это отличный способ удержать бедных от поедания богатых. Или что-то в этом роде. В целом, Наполеон преследовал своей целью окончание хаоса революции и создание стабильной и процветающей французской республики. Он был довольно успешен в достижении этой цели, а кроме того, весьма популярен у местного населения. Он официально объявил о том, что революция окончена, добавив: «Революция — это я!» Эго Наполеона было видно за сотни километров. Ну, конечно, не все были довольны его реформами. Консерваторы считали его слишком радикальным, радикалы считали его чересчур консервативным. Но поскольку Наполеон был диктатором, вся оппозиция могла быть уничтожена старым добрым железным кулаком. В 1804 году Наполеон предпринял последний большой шаг. После нескольких неудачных покушений на его жизнь, он хотел укрепить свои позиции и убедиться в том, что его династия будет жить и после его смерти. Поэтому он решил, что быть пожизненным консулом недостаточно. После этого он задумал стать императором. И он устроил выборы, спрашивая свой народ, будет ли он рад, если Наполеон станет императором. По результатам, которые, конечно, не были сфальсифицированы, 99,9% людей были за, что сказать, мужик с остальными яйцами. Итак, 2 декабря 1804 года, во время детально продуманной церемонии в соборе Нотр-Дам, Наполеон стал императором. Папа Римский получил приглашение принять участие в церемонии, и по-хорошему, именно он должен был короновать императора. Но чтобы это все не выглядело как передача власти по кругу в лучших традициях Карла Великого, Наполеон самолично поднял корону и погрузил ее на свою голову. Теперь он был французским императором. Что ж, Наполеон, вы уже были генералом, затем стали пожизненным консулом, а сейчас вы император. На этом все? Ваши амбиции наконец удовлетворены? Не знаю, Пьер. А кто круче императора? Я бы сказал, бог, сэр. Вы хотите стать богом? Да. Я напишу это карандашом. Так, внимание всем, объясните мне, что за фигня происходит? Этот корсиканец объявился непонятно откуда и надирает нам всем зад. Где бы он ни появился, он использует идеи французской революции, а сейчас он называет себя королем Италии и императором. Да как он смеет? Это я здесь император. О, привет, собратья монархи. У вас тут вечеринка монарших особ. Мое приглашение, наверное, затерялось на почте. Я, пожалуй, присяду вот тут. Вау, тебя здесь не должно быть, Наполеон. Мы придем за тобой. Ага, жду с нетерпением. О, я так напуган, что наложил в штаны. Эй, слышите? Я наложил в штаны. А вот сейчас я реально наложил в штаны. Еще до того, как Наполеон объявил себя императором, британцы снова вступили в войну с Францией, поскольку обе стороны нарушали мирное соглашение. Наполеон осадил Ганновер и начал строить планы по осуществлению великого вторжения в Британию, что стало финансово возможным благодаря продаже огромного куска земли США. Наполеонская армия выстроилась вдоль Ла-Манша, но здесь у них возникла небольшая проблемка. Во время сражений на суше они могли бы с легкостью стереть с лица земли всех британцев, но у них практически не было шансов пересечь канал. Британия была самой сильной морской державой. Такая расстановка сил никак не способствовала более-менее прямой битве между этими странами во время наполеоновских войн. Однако у британцев был припрятан козырь в рукаве. Баснословные суммы денег. Они были готовы осыпать деньгами любого, кто бы пошел против Наполеона. И многие согласились на такую сделку. Австрия, Россия, Неаполь, Швеция в надежде указать Наполеону и всей Франции их законное место сформировали третью коалицию против французов. Силы коалиции, видимо, полагали, что в этот раз у них есть реальные шансы на победу. Они даже не подозревали, какое унижение им предстоит пережить. Война третьей коалиции показала Наполеона с лучших сторон. Мы уже знаем два качества, которые делают Наполеона отличным тактиком. А теперь настало время раскрыть самую важную причину его успеха – скорость. Он реорганизовал свою армию в войска, которые сами по себе были маленькими армиями. Каждое из войск состояло из пехотинцев, кавалеристов и орудий, поэтому все могли действовать более-менее независимо друг от друга. Они разбрелись по всей территории, питаясь подножным кормом, не полагаясь на запасы провизии, которые только замедляли их. Они смогли передвигаться очень быстро. Наполеон успевал пересекать
пробегать огромные расстояния, сумев таким образом обхитрить врага, разделив его войск на части и убить, прежде чем враг начинал понимать, что происходит. Молниеносные военные действия ведут к тотальному разрушению. Хотите узнать, как он это сделал? Давайте посмотрим. Частью плана коалиции было объединение русской и австрийской армии, чтобы напасть на Наполеона вместе. Удвоенная сила могла нанести его войску поражение. Именно поэтому ему было жизненно важно предотвратить саму эту встречу. Но в этот момент он находился довольно далеко, в Буйоне. Впрочем, никаких проблем. За пару недель он сумел тайно перебросить 200 тысяч человек, окружив австрийского генерала Мака и захватив всю его армию. Это был весьма сокрушительный удар. Я уничтожил австрийскую армию благодаря тому, что просто маршировал. А вот и настала пора России. Так, судя по всему, французы идут за нами. Но смотрите, у меня есть великолепная идея. Как только они приближаются, мы бежим. От них. Сэр, вы просто гений. Русские начали отступать, и Наполеон погнался за ними, но поскольку в его тактических схемах обычно преобладала быстрая победа над врагом, это могло бы стать проблемой. Особенно если учитывать тот факт, что чем дольше длилась эта война, тем больше стран могли присоединиться к коалиции против него. Наполеон знал, что во главе русской армии стоял Александр I, молодой царь, жаждущий славы, поэтому у него возникла идея переманить русского царя на свою сторону. Он отправил ему письмо. Что там написано? Тут написано: «Привет, я всего лишь маленький мальчик, и я очень напуган». Подожди, это ты так разговариваешь или он? Он, сэр. И зачем он это делает? Не знаю, сэр, но это так мило, безобидно и трогательно. Маленький мальчик. Очень напуган. Мило говоришь. Борис, неси мой лук. Мы отправляемся на охоту. Силы союзников выдвинулись в сторону Наполеона, думая, что он находится в очень уязвимом положении. Он расположился под Аустерлицем, и чтобы все выглядело так, будто он отступает, он увел армию с высотной позиции. В это время спустился густой туман, скрывая центральные войска Наполеона, и союзники проглотили эту наживку, расположившись на высоте. С этой позиции они заприметили правый фланг наполеоновской армии, который выглядел весьма слабым, и они спустились вниз, даже не подозревая о том, что именно этого французский император и ждал. Огромная французская армия появилась из тумана, наступая прямо на центр союзных войск. Оказавшись на вершине, она раскидала силы противника, заставляя их отступать. Часть вражеских солдат пыталась убежать по поверхности замерзшего озера, но Наполеон отдал приказ артиллерии стрелять по льду, и огромное количество людей погибло под водой. Но он сказал мне, что он всего лишь маленький мальчик. Что случилось? Он провел вас, сэр. То есть все это время маленьким мальчиком был я? Это был тактический шедевр Наполеона, и Австрия вновь была вынуждена заключить перемирие с Францией. А после, в 1806 году, когда Наполеон завоевал Неаполь, война Третьей коалиции...